Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, пацаны, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в приманочку на сервере Redmin Roleplay, второй сервер. Сегодня я буду делать обзор модпака, потому что я в ютубе часто сижу, как бы. Я видел, что многие, блин, снимают про этот модпак. Почти не каждый, блин, ну реально. Что не зайду, то модпак. И решил посмотреть, что же в нем такого. Я видосы не смотрел, видел именно превьюшки, что вот новый модпак, там все дела. Я специально смотрел новые машины, ну, чтобы у меня были эмоции, хотя и до этого тачки не помню тоже. Я, блин, пацаны, наконец-то сдал на права, потому что пешком оббегать всю карту, вы сами знаете, задонил, короче, и вот арендовал себе BMW. По-моему, это BMW новая, M5, вообще просто охуенная. Сейчас мы едем в автосалон низкого класса. Если вы хотите, чтобы я еще снял серию по Радмиру, в принципе, то ставьте лайки. Я обязательно сниму. Сейчас было опасно, но... В принципе, я по главной ехал, он должен был меня пропустить. Ну да ладно, все, движемся в автосалон низкого класса и будем идти по порядку. Низкий класс, средний и высокий. Погнали. Кстати, мой ник здесь Кирилл Красава, если что. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, блин. Вот это я вырулил жестко, пацаны. Тут они какие-то скользящие, капец. Я модпак вроде бы установил. Просто, я не знаю, просто скачал его. Установил какой-то там лаунчер, у меня этого лаунчера нету, не знаю, я просто не... Ну, на Радмире играл всего лишь один раз, и то я там на вокзале побегал, на шахте и все, и вышел с игры, после того не заходил. И вот я зашел, мой ник Кирилл Путбуль был занят, в принципе, я вот такой ник Кирилл Красава сделал, думаю, тоже пойдет. Но в тем временем мы уже почти доехали до автосалона. Я, наверное, последний буду, кто снимал видео про новый модпак Радмира, потому что тупо все, ну, блин, реально, я смотрел, тупо все... Снимали про него видео. Ну и вот я решил посмотреть, что же здесь такого, и как раз снять видос. Ну, скажу вам сразу, блин, вот модпак мне уже нравится, потому что, блин, BMW это вообще такая охуенная. Я бы себе ее хотел, очень-очень хотел бы себе ее, эту тачку. Мне даже, я боюсь представить, сколько она стоит, в принципе. Так, по-моему, я сюда приехал, наверное. Так, вот я припарковал свою арендовую бэху. Сейчас пойдем посмотрим, что тут такое. Так, далее, окей, грузится. Так, это у нас каблук, по-моему. Вольво. О, Вольво, кстати, это, вот эта Вольво мне нравится. Знаете, еще такая есть. Ну, вот так вот идет у нее кузов, я забыл, как это называется. Не, это не универсал, а есть седан, или как он называется. Вот, вот так у него жопа идет, короче, ну, вы поняли, думаю. Так, Mercedes 123. Ну, я помню, видел его. По-моему, такой Тимохи был еще давно. Я когда видел, что на Радмире снимал. Так. Peugeot. Peugeot. Можно другой цвет ее как-то покрасить. Ну, давайте в красненький такой. Так, Peugeot у нас. Прикольненько, в принципе. Вот, реально Peugeot мало на серваках других. Так, Jeep Cherokee. Капиндос. О, прикольно очень выглядит. Так, я хотел свернуть игру, чтобы яркость уменьшить. Я не знаю, наверное, сильно ярко вам будет видно это. Вот, давайте вот так черные будут машины. Так, это семерка у нас, в принципе. Так, это Иш незамененный. Газелька, пацаны. Ну, блин, мне нравится, что это снег. Я помню, ну, на других серах видел тоже снег. Это реально кайфово выглядит. Просто. Это реально кайф. Так, незамененная. Опель. Опель уже видел на других проектах, в принципе. УАЗик. Ну, модельки реально хорошие, пацаны. Здесь, не знаю, какой-то Инбестит или чё, блин. Как-то очень ярко, классно, блин, я даже не знаю. Серьезно, я вон выйти, я ехал, погода такая еще, блин, вообще как-то. Кому-то... О, стоп. Ford Sierra. На днях это такая же тачка, по-моему. Такая без заднего бампера. Может, чуть поновее. Дрифтил у нас в городе, когда снег выпал, вообще так круто было. Так, Volkswagen Golf. Это у нас первое поколение, наверное. Ну, тоже прикольненький такой. Ну, я любитель, конечно. О, вот это Volvo, классно вообще тоже. Просто... О, УАЗ, блин, вообще тема. Сколько он стоит? А, 80 тысяч, нормально что. Так, Иш комби не заменен. Audi 80, тоже прикольная тачка, мне тоже она нравится. Так, АК. Ну, АК как АК, в принципе, ЗАЗ. УАЗ 21-15. Прикольненькая, так.
Это у нас... Блять, Ланос, господи. Не, ну это прикольно, блин. Ланос КРМП, это сильно. Модель, кстати, довольно-таки прикольная. Так, давайте дальше. Шестерочка пацанская. Сколько она стоит? 20 тысяч. Ну, кстати, есть на нее деньги. В принципе. У меня на нее только деньги. О, легендарная машина. Она в ралли еще участвовала, по-моему. Тоже охрененная тачка, блин. Нет, черный как-то не очень идет. Вот белый. Белом прям вообще выглядит. Так, незамененная тачка, в принципе. Volvo 940. А, это мы, походу, по кругу пошли. Да, все, по кругу пошли. Так, сюда выйти. Во, так вот нажимаем. И погнали в следующий автосалон. Это у нас какой получается автосалон? Эконом-класса я был. Вот, автосалон среднего класса. Давайте посмотрим, что там у нас. Кстати, чуваки, советую вам, когда вы будете начинать здесь играть, то лучше сразу сдачи на права и подкопите бабок на аренду машин, потому что перебираться здесь пешком, это будет жестко, пацаны. Это будет реально жестко. Блин, как она боком валит. Блин, я влюбился просто в эту машину. Это зимняя физика еще, походу, модпаки, блять. Просто, я хочу эту BMW, просто, я ее очень хочу. Я не знаю, сколько она стоит, но мы это узнаем, в принципе. Я думаю, она в элитном автослоне продается. Бля, какая же она пиздатая просто. Ах, космос, космос. Так, у нас БКшники. Или не БКшники. Ну, тюнинг тазов я, пожалуй, не могу, наверное, посмотреть, он, наверное, дорогой. Но это, винил это круто, пацаны, винил это очень круто. Блин, как же на ней круто наваливать боком. Это, наверное, модпаки, зимняя физика изменена. Пацаны, блин, это просто кайф. Я такую зимнюю физику еще нигде не видел. Просто, блин, оно так реалистично, блин. Конечно, я не валил боком зимой в реальной жизни на машине, но это очень чувствуется реалистично. Не как обычно, знаете, ну, машина дрифтишка РМП, вообще просто не то. Просто небо и земля, реально. Пацаны, кто будет тачки арендовать, просто вам советую, прям заставляю арендовать эту машину. Вы просто, реально, я влюбился в эту тачку. Не знаю, как другие машины рулятся, но, блядь, я просто влюбился в нее. Я себе очень ее хочу, но, блядь, я не знаю, сколько она... Просто не могу реально представить, сколько она может стоить денег. Так, она мне, по идее, закрыта. Так, теперь закрыта, все. Это у нас автосалон же? Да, правильно, погнали. Так, Audi A6 у нас тут есть. О, Evolution, вообще тема. Hyundai, ну, блин, мне его не очень нравится. BH7-ка. Еще Бальпину бы добавили, было бы вообще заебись. Так, Skoda Octavia RS. Тоже нормально так выглядит. Audi A4. Ну, если бы R6 поставили, было бы, я думаю, лучше. Но и так это тоже прикольно такая. Так, цены у нас на лям 100 стоит. Пиздец, цены, конечно. О, X5, пацаны. Ну, вот эта тачка легендарная просто. Тут просто говорить не о чем. Снежок у нас, дисочки. Ну, моделька хорошая, да. Mazda X7. Японский дрифткорч. А, у нее, по идее, наверное, фары открываются, да. Не, ну, прикольно. Так, Рено. Ну, не фанат Рено вообще. Honda Civic. Еще, по-моему, хоть купе, по-моему, да, есть. Ну, мне Civic тоже не нравится, в принципе. Так, Raptor у нас тут. Давайте, BMW E34. Легендарный тоже кузов. В принципе. Ну, чё, прикольная. Ну, вроде ее не заменяли, я помню, что она была, потому что Ковлевская, по-моему, есть такая. А, это стоп, это еще было. Это у нас Ford. Raptor старый. Прикольно, кстати, новый Raptor и старый. Ford Focus, BMW E30. Я, кстати, вот когда в автошколу бежал, видел винил на этой тачке. Вообще просто бомба, реально. Mercedes E55. Лупатый, да? Это лупатый же. Тоже классный мерс. Так, что тут приора делать, я не понимаю, конечно. Это ж ТАЗ. Так, Volkswagen Passat B7. Тоже прикольненький. Так, у вас Патриотик. У нас тут есть Toyota Supra. О, Supra вообще такая прикольная. Не как на всех серверах. Мне это очень нравится. Субарик. Ну, честно, старый Subaru, это VRX, и STI мне больше нравится. Так, Skyline-чик у нас тут, 34-й, S600 и Кабан, Golf. Кстати, там Golf есть старый, и здесь новый есть. Так круто, что есть и старые версии машины, и новых. Так, все, мы по новой пошли, да? По-моему, да. Ну, тогда погнали уже в элитный автосалон. Там уже, я думаю, будет прям жарко просто.
Там я потеку полностью. Так. Автосалон премиум класса. Где у нас находится он? Давайте посмотрим. Ага. Ну, кстати, я помню, где они, в принципе, располагаются, но я так чисто на всякий случай смотрю. А то просто мало ли. Я просто видосики у Тимохи смотрел, когда он еще снимал давно здесь. Поэтому помню расположение салонов и так далее. Так, бочком зашли вообще. Смотрите, как это охуенно просто. Ее реально она управляется в заносе. Это очень круто. Не то, что ты ее закинул, все, она ушла. Тебя не слушается, она реально слушается. Так, я не проехал? Не, еще нам ехать и ехать. Так, мышка, работай. Все, погнали. Блин, реально. Я просто готов на этой тачке сутками кататься. Я даже не максималку из нее не выжимал, потому что это пацаны не надо. Потому что боком просто навалит, и этого хватает. Конечно, тачка не для этого, но, блин. Какая же она охуенная просто. Блять. Наверное, я не знаю сколько. Вот сейчас посмотрю, сколько она стоит, и я вам скажу, сколько нужно мне задонить, чтобы ее купить. Так, по-моему, это оно, да, это, по-моему, оно. Так, поворачиваем. Я уже успел бампер разбить, там, когда выезжал на мостик один. Так, давайте припаркуемся, как люди, в принципе. Блин, такой рыжик еще на BMW ездит, вообще. Только если бы она еще моей была бы, эх, это было бы круто. Так, я проверю, просто я проверяю, потому что, блин, я хочу на ней потом еще покататься вне серии. Потому что она мне очень понравилась. Так, что у нас тут есть? СВР, кстати, о, СВРчик у нас есть. Тимоха ценит. Так. Mercedes E63 AMG. Тоже хорошая машина. Rolls-Royce. Я не знаю, какой это она, Фантом или нет. О, Lexus... Lexus... Бля, забыл, как называется. Ну ладно. Ух, Aventador, блядь. Конечно, это Aventador попизже смотрится, чем кое-где, не буду говорить. Ну, думаю, вы поняли, да? Maybach. Фух, это корова, конечно. Панамерка, нихуя себе. Феррари F12. Ну, это уже мы видели. Андрейси. 3900 она стоит. Бля, я ее очень хочу просто, блин. Audi R8. Тоже топовая тачка. Так, крузачок. Ну, крузаки я не сильно люблю. Воу, вот эта тачка, блин. Всегда хотел, чтобы она была на каком-то серваке. Ее здесь добавили. Так. SRT у нас здесь. Rolls-Royce еще один. Nissan GTR R35 2017 года. Bentayga. Хуяси. Porsche 911. Porsche Boxster. Ferrari La Ferrari. Bentley Coint. Ну, Bentley тут, конечно, много. О, М4. Ну, Бэха, понятное дело. Но это, блин, не будем смотреть. Ну, гелики такой, пацаны. Тоже такой старый век, пацаны, могу сказать вам. Бля, как я ее хочу. Стоп. 750 лай. А то было не 700, а то М5 была. Не, я хочу М5, а не 750 лай. А, ну это все, в принципе, блин. Пацаны, 3,7 же она вроде стоит. Это ж... 540. Стоп, а какая это бэха? Я так и не понял. Блин, напишите, я не понял, там две бэхи, стоп. 540, ай, здесь написано. Так, минуточку вернемся, я просто хочу реально глянуть, сколько же она стоит. Так, BMW. Вот, BMW 540i. Да, вот она стоит, 3,9 она стоит, блин. Там мне нужно задонить. Ну, примерно... Сколько? 1000... Нет, 2000 рублей, пацаны. И она моя просто. Эх. Да, 2000 рублей задонить, и она моя. Наверное. 1000 рублей, это у нас 1 миллион получается, да? Сейчас X2, значит, это будет 2 миллиона. Ну, прикольно, чё. Ладно, в принципе, это будем заканчивать. Модпак мне очень понравился. Это реально новый уровень, пацаны. Это новый уровень просто в модпаках, блин. Я такого не видел просто. Мне очень понравился этот модпак, прям очень. Блин, и эта бэха очень понравилась. Ради какой я просто бы здесь играл сутками, реально. Ради этой бэхи я просто бы сутками играл. Ладно, это у меня все. Всем спасибо за просмотр. IP там группа будет в описании. Мой ник тоже. Всем пока-пока. I was
танцы.